По данным Министерства труда, на заработках за рубежом находятся 500 000 жителей Молдовы. Однако правительство признает, что реальное их число гораздо больше. Эксперты считают, что число трудовых мигрантов превышает 1 000 000. Россия – лидер среди стран, в которые молдаване предпочитают уезжать в поисках работы. Легально там работают примерно 240 тысяч выходцев из нашей страны. На втором месте – Италия, где работают примерно 124 тысячи наших сограждан. Далее в списке Испания, Португалия, Греция, Франция и Великобритания. За первые 6 месяцев текущего года гастарбайтеры отправили на родину 650 миллионов долларов, почти на 13 миллионов больше, чем в январе и июне 2011 года.